Yeni il gecəsi sosial şəbəkələrdə Rusiya sülh məramlısının təfribat yolu çıxışının qeydə alındığı video yayıldı. Kalibr həmin videonu təqdim edib. Kadrlarda öz çıxışına əziz ermənilər deyərək başlayan hərbçinin onları heç nədən qorxmamağa çağırdığı görünür. Onun sözlərinə görə Rusiyalı hərbçilər buranı nizama salacaq, onlar ermənilərin yanındadırlar və xeyir mütləq şərə qalib gələcək. Sərxoş hərbçinin nitqindən belə məlum olur ki, xeyir erməni terrorçulardır. Şərisi Azərbaycan ordusunun qalib əskərləridir. Çıxışının sonunda hərbçi erməniləri Laçına qayıtmağa çağırır və bu zaman şəhəri Berdzor adlandırır. Videonun sonunda ehtimal ki intizam cəzasından qorxan hərbçi əlindəki içki deyil kompot olduğunu deyir. Şübhə etmir ki bu çıxışından sonra qeyri-adekvat hərbçinin Azərbaycan ərazisində qalması məsələsi təkcə onun bilavasitə rəhbərliyi tərəfindən deyil, Bakı və Moskvanın müvafiq strukturlarının xətti ilə də həll olunacaq. Делает ряд провокационных высказываний от имени российского миротворческого контингента. Нетрезвый солдат, начавший свое импровизированное выступление со слов «Дорогие армянины», в своей несвязной речи призвал армян ничего не бояться. По его словам, российские миротворцы наведут порядок. Они находятся рядом с армянами, и добро обязательно победит зло. Вы не переживайте, потому что мы с вами, мы приехали к вам. Возвращайтесь. В обиду никто не даст, никто не обидит. Все здесь, мы с вами. Наберем, разберемся, наведем порядок. Все будет так, как оно должно быть. Потому что даже в сказках добро побеждает зло. Очевидно, добро, возвращенное системе ценностных координат пьяного солдата, это армянские террористы. А зло – это победоносная азербайджанская армия. В конце своего монолога так называемый «миротворец» призывает армян возвращаться в Лачин, называя этот город с подачи своих собутыльников из числа многострадальцев на армянский лад. Идите дальше и никого не бойтесь. С наступающим Новым годом. Городу как? Бердзор. В конце видео, испугавшись вероятного дисциплинарного наказания, пьяный герой начинает утверждать, что пьет он всего лишь компот. Не сомневаемся, что после этого выступления вопрос о дальнейшем пребывании неадекватного российского военнослужащего на территории Азербайджана будет решаться не только его непосредственным руководством, но уже и по линии компетентных структур Баку и Москвы.